Мороз минус 17 градусов показывает. Ё-моё, дубак страшен. Ух ты, мусит мороз. На интернет, ура! Необъяснимо, но факт. Да? О, рыбка, красавелочка. Секрет фирмы. Настоящая. Вот такая должна быть рыбалка. О, хороший, красный. Ну чё, ребят, всем привет. Выехали на первый лед. Мороз минус 17 градусов показывает. Ё-моё, дубак страшный. Как же холодно-то, а? Всё-таки нам надо было подштанники надеть. Вот сегодня здесь мы проведем весь день. Будем пытаться ловить гольца. В общем, пошли одеваться, переодеваться и так далее. И в бой! Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ролик должен быть огонь, посмотрите до конца. Ну и дубак. Ну что, ребят, мы готовы выйти. Сегодня будем ловить с Русланчиком. Знакомьтесь. Все будет красиво, как всегда. Все будет красиво, полюбасу. И Стасик. Стасик — это здорово, брат Русланчика. Все, ребят, минус 17, погнали на лед. Будем надеяться, что он уже крепкий. Морозы стоят уже 2 недели в этих краях. Отъехали мы 100 километров от Бердина. Фу, погодка сегодня, должно быть солнышко, сами видите, оно уже встает. В общем, выходим на первый лед, люди уже там есть, какие-то рыбаки. Значит, лед уже довольно крепкий. Пару дней назад, видимо, тут проверяли и пометили 17 сантиметров. Это означает, что, скорее всего, уже около 25. В общем, проверим на месте ловли. Ну что, ребят, закинул я первую удочку. Обломался у меня кончик, к сожалению, в машине где-то. Пришлось обломать его и протянуть леску через предыдущее звено. Ну ничего, надеюсь, поклевку будет видно. Все-таки удочка тоненькая. В общем, ждем первых поклевочек. Ребята, вроде кого-то тяну. Конечно, удочка работает ужасно. Со сломанным кончиком отрабатывать не так, как нужно. Но вроде какая-то рыба идет. Да, небольшой такой. Очередная поклевка. И опять какого-то гольца я вытягиваю. Вот как тяжело с этим кончиком, конечно, блин. Вот это уже побольше, друзья. Красавчик. Вот, ребят, ловится на такой вот блесну. С таким вот блинкером. Он мигает в воде на глубине. И очень короткий поводок. И опарыш с кукурузой, бутербродик, работает прекрасно. Сейчас чуть-чуть пошатаем. И опять берет, рыбка опять берет. Клев довольно активный сейчас с утра. За это время нам нужно наловить как можно больше. О, опять кто-то подошел. Да, оба есть, ребята. Прям в прямом эфире. Ах, сошла рыбка. Ну хорошо. Прям оттягивает удочку, берет жадно. Что не может не радовать. Рыбка хочет кушать. Попробуем еще раз опустить. На дно берет у самого дна. Буквально там сантиметров 5-10 от дна. Есть у меня такая, ребят, удобная приблуда. Для удочки сейчас я ее поставлю. Вот такая вот телескопическая, очень удобная штука. Раздвигается все. Стоит какие-то копейки. Сейчас мы это все дело отрегулируем. Так, это выглядит шикарно. Очень удобная штучка.
Так, чистим чуть-чуть лунку. Намерзает быстро, минус 17. Ух, ну ничего, нам тепло. Мне супруга подарила хороший комбинезон. Oh my! Нурфиновский. Поэтому нам ничего не страшно. О, опять берет. О-о-о, ну. Дальше не хочет что-то. О! А этим временем Стасик там дуплетик поймал. Две штуки сразу. Обалдеть. Точно есть. Давай, давай, давай. Бойкая, обалдеть, галец, бойкая рыба. Оба-на, вот такой вот галечек. Все это небольшого размера, но такие сковородочники. Очень вкусная рыба. Также ее вкусно очень закоптить. Оба-на, вот такой вот. Зацените. Оба-на, нет, короче, смотрите. Красавчик. Есть, ребята, засек я еще одну рыбку. Да. Ух ты, какая дерзкая. Хоть бери фрикцион настраивай. Ну, наверное, не тот размер. Не хватает на этой удочке кончика моего мягенького. Прям очень сильно не хватает. Он отрабатывал прям хорошо этот удильник. А сейчас он стал как бревно. Опа. Ну, очередной хороший колец. О, за пузо как-то схватил. Да. Рыбка сидит какая-то. Отлично, отлично. Того уже, наверное, штук 6 я наловил. Что не может не радовать. Ой, хорошо. Ух ты, прям очень хороший, ребят. Попался. Грамм 200, наверное. Вот такой. Идем, дойдем до ребят, посмотрим, что у них. Еще, ну, Русланчик, как всегда, вот ловит и ловит. Это нормально. Уже штук 20 наловил, естественно. Молодец. Ну вот, ребята, вот такая должна быть рыбалка. Вы понимаете, да? Дуплетики, еще что-то, пожалуйста. А вот и. Да, подписывайся на каналы наши. Борода вся замерзшая, но... Да, но... Дедушка Мороз. Но рыбалка идет. Да-да. Так, ну что, дойдем и до Стасика, посмотрим, что у него. О, Стасик это берет. Кого-то выловим, да, рыба есть. Опа. Вот, красавица, хороший размерчик. В общем, ребят, рыбалка идет вовсю. Солнышко начинает греть. Ура, ставим лайки. Ну, посмотрите, Руслан, конечно, лидер. Лидер по ловле гольца. Если будут какие-то соревнования, он обязательно выиграет. Ребят, вот каждую рыбалку вот такая вот... Тема, да? Да, тема происходит. Вы посмотрите, да? Ну что? Я 5 штук, он 25. Не снимаешь, не снимаешь? Ну, не снимаешь ты, во. Снимаю. Рыбка, красавелочка. Да, шикарный. Шикарный голец, арктический голец, ребята. А. Рыба из семейства лососевых. Рыба моей мечты. А. Вот он, вот она, рыба моей мечты. Вот она, вот она. А. Вот, ребят, только пересел тут рядом с Русланчиком. И рыбка у меня тоже пошла. Какой-то хороший. Упирается прям так. Обалдеть. Там тут перепад идет, убирай. Упирается рыбка. О, хороший голец, хороший. Так, ух ты, хороший голец. Хорошо, рыбка. Опа, вот такой красавец. Ава-на. Очередной. Форелька, ребят, первая. Первая моя форелька сегодня. О. Опа. Очередная красавица. Хороший прям голечек. Отличный размер. Надо что сделать? Выпить кофейка, ребята. Надеюсь, он еще горячий. С утра было минус 17, сейчас, наверное, каких минус 12. Ждем поклевочек.
Горяченький кофеек еще хорошо. Ну что, ребята, мы с вами доберемся до Русланчика. Это человек, который ловит все время больше рыбы. И зададим ему несколько вопросов. Русланчик, как так получается? Расскажи, почему другие люди ловят меньше, чем ты? Секрет фирмы, даже не знаю. Вот каждый раз мы с тобой сюда приезжаем, и каждый раз ты вылавливаешь больше, чем я. Ну, несколько раз. По запросу не хочется. Уже такой клев вяленький, уже день. Утренний клев прошел. Вот вам результат на мормышку. Русланчик наловил гольцов. Гольцы в среднем по 150 грамм. Это в течение 10 минут. 10 минут работы. Ну, а теперь пауза. Надо менять шлунку. Спасибо, Русланчик, за интервью. Все в порядке, да. Подписывайтесь на каналы наши, да, ставьте лайки. Ребят, теперь дойдем до Руслана, брата, и спросим у него, может быть, он знает Руслана секреты. Что ты думаешь, Стасик? Почему твой брат ловит больше всех рыбы? Вот как это объяснить? Секрет фирмы. Необъяснимо, но факт. Да? Кто-то поймали тоже? Что-то поймали, но у Стасика что-то есть. Что-то есть. Это все? Молодец, Стасик. Пока гулял, тут интервью брал, всех червей у меня объели. Берет еле-еле, поэтому надо подтекать на любую поклевку. Иначе на такие поклевки ее не взять. Да, какой-то небольшой, но рыбка. Солнышко убежало. Скоро будем собираться домой. Ну что, ребят, рыбалка удалась, собираемся домой. Руслан установил рекорд и поймал около 70 штук. Фу, все, мы поехали домой, все довольны, все классно. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, я пошел греться в машину. Пока-пока.